Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня вареники с картошкой. Сметанка Горенко. Не знаю, есть у вас такая, нету, 25%. Ну, я взяла маленькую. Я только что пришла, это самое, была на почте, штатив получила. Вот какой. Хороший. Штативчик я получила. Вот. Горло скрипит. Ну, сами знаете, щитовидка. Окуянная такая. В общем, вот так вот. И компотик у меня вишневый мой. С погреба достала. Ну, из погреба, а с подпола. Вот так. Всем приятного аппетита. Погнали наших городских. Ну, сметанку вот так ложу. Я не люблю, когда делают вот так, потом туда вот. Не люблю так. Ну, эстетично. Очень вкусненько. Отпад. Ну, сморозец. Я даже не знаю, сколько. 4 градуса, что ли. Ну, сейчас тепло. Сейчас время, наверное, 2 часа дня. Это мой завтрак. С утра-то постирала. А то носочки там пособрала. На почту сходила. Штативчик. Зашла в магазин. А, не сказала вам, вареники с картошкой. Вот. Вкусные вареники. Я их не первый раз уже беру. Но они их заказывают где-то в россыпь. Вот она по целлофановым пакетам насыпает продавец. Где в пакете килограмм, где чуть меньше, где чуть больше. Я так думаю, в ящиках, в коробах продают на оптовой базе. Я так думаю. Вкусненько. Зима пришла, морозы начались у нас, но снега нету. Вкусненько, вкусненько.
Вишня компот. Очень вкусные. Я еще беру у нас, такие же точно привозят, только картошка, но еще с лесными грибами. Это вообще, друзья, отпад. Лесные грибы такие ароматные, запах, это вообще несравнимо с шампиньонами. А мне еще квитанция пришла в субботу. А мне некогда было на почту сходить. А сейчас сижу, думаю, дай позвоню. Не отправили назад. Она говорит, нет, приходите, заберите. Я его выписывал 1000 лет того назад, наверное, 3 месяца назад. Представляете, как долго шел? Очень давно я выписывала, очень. Я уже и забыла, что я что-то выписывал-то. Квитанция написана Китай. Голову ломала. Не могла вспомнить, что я выписывала. Вот так. Вкусненько. Забыла показать. Мне сестры верующие подарили мне сапоги новые. Забыла, только сейчас вспомнила. Вот так, да. Надо было, конечно, принести. Неохота вставать. Сейчас отключать, потом через редактор. В другой раз. Сапоги черные. Зимние, очень хорошие. Вот так. Как об нас Господь переживает. Вот так. И делает нам подарки. Честно, друзья, я напоролась. Вот наелась, правда, полно. Налезла. У этого вареника он немножко жвалился. Вот он, Марсик у меня стоит. Ну, еще один скушаю, и все.
Дорогие подписчики, спасибо вам за то, что вы внимание мне уделяете, комментарии мне добрые пишете, лайки. Я вам уже говорила, не вам, а вот зрителю вообще говорю, я почти в каждом ролике говорю, что плохие комментарии я удаляю. Почти в каждом ролике я говорю, наверное, ролика два, наверное, я забыл, не говорил, а так вообще я говорю. Ну, кто в курсе, постоянно меня смотрит, они уже знают. Так что вот так. Очень было все вкусненько, спасибо, что уделили мне 11 минут 32 секунды. На этом пока, друзья. Не болейте, одевайтесь потеплее.